Мощной турецкой Анталии убили главного авторитета Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальном мире как Лотугули. Об этом в четверг, 20 августа, сообщило информационное агентство «Новости». По данным, главного вора в законе из Азербайджана застрелили во время ужина в ресторане. По предварительным данным, стрелком оказался криминальный авторитет Хан Ахмедилинский, входивший в ближайшее окружение Лотугули. С тяжелым ранением головы Гули был срочно доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, трагически скончался. Его убийце удалось скрыться. Но спустя некоторое время его задержали на шоссе, ведущем в город Денезии. Погибший является одним из самых известных представителей современного воровского мира. Родившийся в 1972-м, он на протяжении многих лет находился в разных колониях Азербайджана. Вором в законе Лотугули стал в 2000 году, причем заочно. В это время он сидел за решеткой, а его коронация была организована на воле двумя крестными отцами – Раулем Кирье, Рауль Руставский, и Джейраном Аслановым, Джейран Руставский. В 2017-м он освободился после очередного 12-летнего срока из азербайджанской тюрьмы и перебрался в солнечную Турцию, откуда руководил своей криминальной империей дистанционно. 1 ноября 2019 года сообщалось, что российские следователи возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении скрывающегося за границей азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова, более известного как Лотугули.